27 октября в 19:00 в диспетчерскую по КТС поступил звонок о повреждении участка водопровода в районе дома номер 30 по улице Южной. На место прорыва срочно выехала ремонтная бригада. Работы по восстановлению шли всю ночь и продолжаются до сих пор, поскольку водопровод находится вблизи грунтовых вод. Как выяснилось, причиной аварии стал перенос сетей водоснабжения по улице Пионерской, в результате чего произошло повреждение водовода. Проведение земляных работ осуществлялось подрядной организацией ИП «Турдиев». В результате аварии три жилых дома по переулку Торговой были отключены от водоснабжения. С виновника аварии по КТС потребуют компенсацию материального ущерба. В период с 1 января 2014 года произошло уже 13 подобных случаев. Сейчас администрация НАУ прорабатывает вопрос о внесении изменений в окружной закон номер 366 об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности подрядных организаций при проведении земляных работ на территории региона. И в итоге мы потом еще и не можем взыскать понесенные затраты вот с тех фирм, которые вот именно порвали там те или иные трубопроводы.